В 2017 году российский Nissan провел большую зачистку. Друг за другом из гаммы выпали седан Sentra, внедорожник Patrol и кроссовер Pathfinder. Последнего подсидел ближайший родственник Murano, который продавался намного бодрее. Обычно машины уходят безвозвратно. Однако Pathfinder вдруг надумал вернуться, притом сразу в новом поколении. Брутальный дизайн определенно пошел модели на пользу, хотя под свежим кузовом скрывается прежняя платформа. Место вариатора занял классический 9-ступенчатый автомат, а система полного привода, построенная вокруг муфты, обзавелась новыми внедорожными режимами. Бензиновый V6 прежний, притом отдачу мотора по сравнению с американским показателем уменьшили на 13 сил, но не стали подгонять под налоговыгодные 250. На выбор россиянам предложат 4 фиксированные комплектации. Начальная бизнес имеет 8-местный салон, 7 подушек безопасности, 3-зонный климат-контроль, электропривод водительского кресла, светодиодную оптику и многое другое. Цена — 4 300 000 рублей. Очевидно, подбиралась так, чтобы противопоставить новинку ближайшему конкуренту — Toyota Highlander. Хотя, например, Mazda CX-9 обойдется на 1 000 000 дешевле. Впрочем, фактические цены у дилеров нынче мало зависят от рекомендованных производителя. Живые продажи Pathfinder стартуют примерно через месяц. У нас будут продаваться машины строго американской сборки, а о возможной локализации на питерском заводе Nissan пока никаких сведений нет. А вот малопопулярный среди россиян китайский бренд Jack не оставляет надежд навязать конкуренцию более массовым маркам. Так, компактный кроссовер S4 выйдет против моделей Kia Seltos или Skoda Karoq. Модель успешно получила одобрение типа транспортного средства, из которого понятен набор силовых агрегатов. Для нашего рынка сертифицированы атмосферный и турбированный моторы. Притом для наддувной версии, кроме механики, будет доступен вариатор. В остальном ничего неожиданного. Задняя подвеска полузависимая, привод только передний. Но кажется, моноприводность сейчас совершенно не пугает покупателей маленьких паркетников. Зато публике должны понравиться актуальный дизайн и богатое оснащение. Тут бы добавить интересная цена, но прайс-листы будут опубликованы ориентировочно весной, а может и того позже. Как и другие модели фирмы Jack, кроссоверы S4 будут поставляться из Казахстана. Сборкой новинки вскоре займется костанайский завод Сарыарка Автопром.